13.14, 29 июля. Очередной заказ Джеймуса. Надеюсь, Почта России в этот раз доставила все хорошо. По крайней мере, никаких подтеканий нету. Промокод на скидку, ну ни хрена себе. Это здорово. Этим надо будет воспользоваться. О, я смотрю, все целое. Ложечка наконец-то. Нормальная для этих бутылочек. Из которых нормальной ложкой обычной. Хрен подлезешь, а здесь прям идеалити. Ламбирчик. Так, сразу. Отдельный пак. Даже мягкие упаковки не погнулись. Почта России, я прям признателен и благодарен вам за то, что посылка дошла в целости сохранности. Это не может не радовать. Тем более после прошлого раза. Хорошая, идеально. Полакомлюсь сюда. Арахисовая паста. Тофи Джамбо, мой любимый. Полакомлюсь сегодня как следует. Молочный шоколад. В прошлый раз лакомился. Охреневал от этой смеси пломбир и черничный сироп. Вместе их смешиваешь, получается просто няма какая-то. Так. Класс. Паста, короче, я так понял, карамельная. Карамельная паста с печеньками. Буду первый раз пробовать. Да по-любому будет вкусно. Джемиус гадости не делает. Он всегда все качественное, вкусное. А, в предыдущем комментарии я немного это поднаврал. Черник не с пломбиром, а со сгущенкой смешивать надо. Хотя с пломбиром, наверное, тоже вкусно будет. На ощупь даже печеньки целые. Молодцы, Почта России. Прям горжусь вами. Услышали мои мольбы с предыдущего видео. Так, только проверял. Пофиг, пошарил. И еще один тофи. Чтобы уж точно слиплось. Ну, в общем, в целом я чертовски рад и доволен, что все зашло в целости сохранности. Мистер Джеймус, спасибо, что упаковали плотненько, надежненько. И Почте России. Спасибо за то, что бережно доставили. Я прям чертовски рад. Всем спасибо за внимание. Ставим лайк Почте России и мистеру Джеймиусу.